Выгрузка пассажиров. Баригена. Значит, все. Мертвый лес расположен недалеко от лагуны Дибаракай на востоке острова. Когда-то в пресноводный пруд затекла вода океана, погубив растущие в нем деревья. Их потемневшие островы и в наши дни живописно торчат из воды. Старые поверья рассказывают таинственные истории о сверхъестественных силах, обитающих в этих местах. Особенно часто они проявляют себя ночью во время полной луны. Двадцать минут пешком, и вы оказываетесь на совершенно другом северном Баракае, где ничто не напоминает о шумных развлечениях белого пляжа White Beach. Филиппинцы верят, что их страна является одной из частей погибшего континента Лемурия, затонувшего за сотни тысяч лет до возникновения Атлантиды. Говорят также, что филиппинская провинция Пангасинан была центром лемурианской цивилизации. Согласно этой точке зрения, филиппинцы произошли от древних лемурианцев, которые умели воспринимать и генерировать психическую энергию и управлять ею. В то же время, согласно филиппинской мифологии, первые люди появились из колен бамбука. Начальным населением острова Баракай было темнокожее племя Ати, потомков которого и по сей день можно встретить в затерянных уголках острова.
Thank you.